Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы начнем урок вот с такой коробочки. Вы, наверное, догадались, что это? Да, конечно, это пластилин, но это волшебный пластилин. Я в интернете познакомилась с Натальей Чирковой, которая пластилином рисует. Вы представляете, рисует! Я тоже очень сильно удивилась. И вместе с ней я нарисовала вот такого осьминожка. И сегодня я вам расскажу все секреты этой техники, и у вас у каждого будет такой же волшебный осьминожек. Давайте начинать! Ну вот, начинаем рисовать нашего осьминожку. Нам понадобится белый, красный, оранжевый, голубой и немножко желтого. Что мы будем делать для этого? Если у вас, допустим, есть разного оттенка голубой, вы можете взять разные оттенки, да? Нам надо будет сделать сначала один цвет голубого, потом смешать кусочек голубого с кусочком белого. Вот так размешать, и получится у нас немножко светло-голубой. Пластилин перед рисованием обязательно надо будет вот так пальчиками размять. Если он у вас очень жесткий, можно положить на солнышко, и оно станет мягким. Да? Это свет, видите, он чуть-чуть светлее стал. Это темный у нас голубой. Мы чуть-чуть его тоже вот так разомнем. И что мы делаем? Смотрите, поворачиваем наш листочек боком, отщипываем маленький кусочек и вот этим большим пальцем вот так растягиваем наш пластилин. Видите, он тоненько получается. Берем и рисуем дальше. Обязательно нашим большим пальцем, он самый сильный у нас. И вот так потихоньку заполняем наш лист. Если неудобно, можно его перевернуть и от себя вот так надавливать и заполнять цветом. Мы сегодня рисуем с вами пластилином, поэтому будет у нас вот такой опыт с вами рисования. Так, можете на себя, да, кому как удобно. Если неудобно, поворачивайте и рисуйте от себя. Здесь смотрите, как вам удобно. Но главное, аккуратно, да, тонкий слой делайте. Так, ну вот, одну треть мы сделали темно-голубым цветом, или у вас, допустим, синий, да, размешали или взяли светлый тон, и точно так же начинаем размазывать. Мне чуть-чуть, конечно, не сильно отличается, но все-таки немножко светлее. Вот так размазываем. Дальше обязательно пальчиком не забывайте размять наш пластилин, да, чтобы он вот такой был мягкий. И вот так дальше размазываем. Да, и постарайтесь, пожалуйста, смотрите, у нас работа вот так будет выглядеть, да, это у нас вода. Не размазывайте его вот так, этот пластилин, да, а делайте горизонтально, как у нас вода течет, так мы делаем наши линии. Ну, давайте одну верхнюю часть мы сделаем вверх.
еще чуть-чуть голубым добавим. И тут сверху мы сделаем белым. Также разминаем пластилин. Чтобы он был мягким. И верхнюю часть мы заполняем белым цветом. Он может смешиваться обязательно с голубым, да? Потому что это все одна вода у нас. Также растягиваем пальчиком. Смотрите, каким вам удобнее. Какой у вас самый сильный пальчик. Можно сюда чуть-чуть добавить и голубого. Да? Смотрите, если слишком светло получается, можно добавить еще и голубого здесь. Вот так, не везде, а чуть-чуть. Да? Вы точно так же смешиваете наши оттенки, как краски. Теперь мы возьмем белый кусочек. И вот где у нас есть вот такие маленькие места, сделаем белые, как будто там где-то у нас пена. Где-то здесь чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Обязательно растягиваем пальчиком, да, чтобы оно было очень нежно и красиво. Видите, совсем маленький кусочек я беру и вот так его размазываю. Так, заполнили мы нашу воду. Если где-то на краях у нас остается пластилин, да, смотрите, можно это убрать, чтобы было аккуратно. Возьмите салфетку, чтобы можно было вытереть наши пальчики. Теперь берем оранжевый и желтый. Отщипываем сначала оранжевый или красный, маленький кусочек. Сначала разминаем каждый кусочек. Мягкий стал кусочек, и второй обязательно разминаем, чтобы он был мягенький. Нам будет удобно лепить. И смотрите, соединяем красный и оранжевый вместе, только смешиваем не до конца, чтобы была такая неоднородная масса, да? Что у нас где-то видно было и оранжевый, видите? В красном у нас видно и оранжевый. А можно даже, думаю, добавить чуть-чуть желтого. Так, тоже разминаем. Допустим, вот здесь я возьму желтого. Видите, вот такие разводы у нас будут. Мы немножко, опять же, смешаем. Сделаем колобок, немножко его вот так сплющим и ладошками тоже немножко раздавим, да? Придадим вот такую форму. Мы будем делать немножко объемную нашу работу, да, вот, а наш осьминог будет объемный, видите? Мы не будем слишком приплющивать наш пластилин. Вот так мы расплющили чуть-чуть. Делаем направление, ну, где-то вот так. И аккуратненько вот такими движениями закругляем наши края. Вот, смотрите, видите, такая лепешечка получилась у нас. Так, теперь, чтобы нам слепить красивые щупальца, нам понадобится и белый цвет тоже. Давайте сделаем колбасочки.
возьмем кусочек красного, кусочек оранжевого и кусочек белого. Сейчас нам надо будет скатать 3 колбаски. Сначала разминаем наши кусочки обязательно. Вот так, чтобы они были мягонькие. И начинаем катать колбаски. Можно раскатывать на столе. Да, но старайтесь, видите, что она можно подкатывать, чтобы она была ровненькая колбаска. Можно двумя руками. Вот. Отдвинем пока. Такую тоненькую колбаску, ровненькую колбаску делаем. Да? Смотрим, где у нас потолще, там надавливаем чуть-чуть побольше. Все, красненькая у нас готова. Теперь начинаем оранжевую делать колбаску. Вот, видите, я сразу уже сделала с одной стороны тонко. Мы делаем сначала на столе и потом продолжаем двумя ручками. Аккуратно, да, если у вас сразу быстро не получается, делайте аккуратно, чтобы у вас колбаска была длинненькая и плотненькая. Чтобы не было вот таких шишечек, да, если шишечка появилась, сделайте там отдельно пальчиком. И потом раскатываем дальше. Вот такая длинная колбаска у нас получается. Еще одна колбаска. Берем белый цвет. Так, делаем колбаску и начинаем раскатывать. Я думаю, у всех получится раскатывать так аккуратно и красиво. Тоненько, длинненько. Вот такая длинная колбаска. А теперь смотрите, мы возьмем 3 наших колбаски и нежно-нежно вот так между собой мы их смешаем. Да, смотрите, они перемешались. И мы чуть-чуть сейчас с вами утоньшим, чтобы он был потоньше наши. Вот если, допустим, вот как у меня вот здесь отрывается, да, можем оторвать и сделать отдельно эту колбаску. Нам сделать надо опять длинную, тоненькую колбаску. Вот, эту, которая отломилась, колбаска, мы ее тоже можем раскатать в длинненькую колбаску. Видите, какой щупалец у меня длинный получился. Видите, он разноцветный получился. Также мы берем и раскатываем дальше. Потоньше будет красиво. Смотрите, прикладываем к нашему осьминожку и смотрим по длине, какая у нас будет длина. Ну, где-то вот так, да? И вот тут отщепляем. Вот так отщепили. Можно повернуть щупальце вот так. И вот такими прихлапывающими движениями чуть-чуть придавить, да? Нашу колбаску можно еще подкрутить. Я думаю, что вот эту колбаску, допустим, как у меня, можно разделить пополам, по отдельности ее подкрутить, да? И вот сюда также прикладываем. И укладываем наши щупальца вот сюда. Эти щупальца могут пересекаться, да, потому что наш осьминог плавает в воде. Прихлапывающими движениями, вот такими, прихлапываем. Так. И вот так сейчас накатаем колбасок. Вот эти длинные у нас колбаски были, да. Куда-то, но все вверх не получается, значит, вверх сделаем лучше, красивее вот так будет, да? Смотрите, можно еще накатать маленьких колбасочек вот таких и дополнить вот тут между ними. Давайте тоже поставим на паузу, кто не успел, доделывайте, и я сейчас добавлю маленьких ножек. Ну вот, я добавила еще ножек.
Смотрите, у нас остались глазки, да? Мы возьмем простой карандаш и сделаем вот такие углубления. Здесь для этого мы возьмем маленькие шарики беленькие. И в эти углубления сделаем глазки. Да? Видите, как они аккуратно сели у нас? Так. И можно взять еще черный, вернее, не черный, а вот так опять сделать углубление. Взять голубой пластилин и поставить голубой цвет. У кого есть черный пластилин, можно еще поставить черные точечки. Но у меня, допустим, нету черного. Я возьму маркер и маркером поставлю вот здесь точки черные. Так, сделаю такие две дырочки. Это будет у нас носик. Смотрите, чтобы обозначить наши щупальцы, видите, мы возьмем обычную ручку, да, видите, закроем ее и вот этим кончиком сделаем отпечатки, и получится у нас как будто бы щупальца. Аккуратно, сильно не нажимайте, да, чтобы не прорезать наши щупальца. Так, и вот так во всех местах можно, можно не везде, можно по краям только сделать, да. Посмотрите внимательно, где мы можем украсить таким узором. Вот, смотрите, как получается красиво. Видите? Видите, какая текстура получается? И по всем нашим ножкам. Вот так чуть-чуть легонько прижимаем, да, не продавливаем сильно. И на самом теле нашего осьминожка мы точно так же сделаем вот этот узор, да? Смотрите, вот кружочки такие. Не сильные, так, чуть-чуть. Вот. Уже хорошо получается. Так, у нас еще пузырики остались. Мы берем кружочки. Смотрите, делаем колобочек. Кладем. Немножко приплюсчиваем, да? Берем карандаш и карандашом вот так раздвигаем, да? И получается, что внутри у нас видно голубую воду. Видите? Получается вот такой объемный пузырек. Можно поменьше сделать, приплюснуть вот так карандашом. Раздвинуть, и получится пузырек. Можно его здесь еще здесь поменьше сделать. Я думаю, что вам всем понравится наше рисование пластилином. Ну вот, мы закончили нашего осьминожка. Чтобы наш осьминожек долго хранился, можно покрыть его лаком, побрызгать. У мамы и с папой спросите, если есть такая возможность, будет очень замечательно. Видите, он такой немножко даже блестящий. Можно поставить нашу работу в рамочку, и наша работа будет нас радовать. Жду от вас ваших работ, ваших интересных и красивых осьминожков. И до скорых встреч!